Доброе утро, наши уважаемые интернет-зрители. Сегодня 1 февраля. Зябка, Хайфа. За моей спиной находится Хайфский технологический институт, Технион. Но это его историческое здание, в котором сейчас находится музей. Музей науки и техники. Наука, кстати говоря, на иврите будет звучать как мада, а техника или, допустим, технология, так и будет, технология. Когда выбирали имя для этого музея, где-то это было в 2006 году, соединили эти два слова и получилось МАДАТЕК. В общем, здание историческое, невероятно красивое. Мы постараемся проникнуть внутрь и показать нашим зрителям, как оно все выглядит изнутри. Получится это у нас или нет? Время покажет. А пока мы поднимемся в технологический институт Хайфы, который называется Технион, как уже было упомянуто выше, и поднимемся мы немножечко выше, потому что старое здание находится в районе под названием Адар. Вся Хайфа расположена на горе Кармель и построена такими террасками. Самое нижнее, нижний город, потом средний уровень, называется район Адар, здесь мы сейчас и находимся. Поднимемся чуть-чуть выше, в следующий район, там, где находится современная территория Техниона. Называется этот район Неве-Шаанан, и самый пик этой горы, так и называется, Кармель. Мы сейчас едем в Неве-Шаанан. Пойдемте с нами. Греющихся в лучах восходящего солнца. Не будем их тревожить. Продолжим дальше нашу экскурсию. В общем, доехали мы до района, который называется Неве-Шаанан, и находимся на территории современного Техниона, которая очень обширна по израильским меркам, так вообще прям город-мегаполис, в котором учатся студенты, будущие инженеры государства Израиль и не только. Ибо Технион, если я не ошибаюсь, входит где-то в 70 лучших технологических вузов мира. Студенты, студенческая жизнь, наверное, как и у большинства студентов, которые хотят получить хорошее образование, проходит за учебниками. Все грызут науку. И после учебы продолжаю делать домашние задания, находясь в общежитиях. Одно из первых общежитий, с которым встречаются и знакомятся студенты Хайфского технологического института, называется Газа. Почему? Ну, не знаю. Мы сейчас заскочим в одно, а потом делайте выводы сами. Плюсом местоположение первого общежития является то, что оно вот рядом с таким спортивным комплексом. Бассейн, спортзал и т.д. По другую сторону дороги находится здание, вот одно из зданий общежития под названием, которое я уже озвучил. Поднимемся в одно из общежитий, в один из корпусов. Thank you.
появилось первое общежитие на той первой. Что, несмотря на то, что комнатки на двоих, душ, туалет, все, что связано с кухней, все общее. Все общее. И, ну, все может быть и романтично. Внутри душа, туалета я как бы не буду вам сильно показывать, потому что ничего нового для простого студента здесь не предложит. Но это начало. Какие общежития ждут студентов Технеона на втором курсе? Сейчас посмотрим.